Дак это самый лучший мейджор в этом году. В плане, в этом сезоне. Лучше турнира еще не было. Тут все озаботятся о игроках. Хорошая арена, хорошая еда. Тут все, все делают для игроков. Все, это очень приятно, это очень приятно. Плиз, фастер, a bit faster. Как фастер? Это is our phrase. Фастер будет. Алло! Здорово! Здорово! Как ты как? Скажите, чтобы он сказал здорово! Здорово! Да, да, еще нет, я два! Скажи здорово! You have Chinese money. Yeah, you will change it for Chinese money. 100 yuan. You have dollar. No, we have no dollar. What money? What money? Russian. Russian money. No cash. No cash. No dollars. No, we have no. Russian money very small. Китайцы очень хотят выигрывать этот турнир, потому что это их китайский интернешнл, и все другие команды сюда приезжают, потому что хотят его выиграть. И как по мне, человек, который хочет, ну, считает, что все добился в доте, вот, он должен выиграть определенные турниры, один из них интернешнл. Но, допустим, для меня выиграть DAC тоже как бы входит в число достижений. Потому что есть несколько турниров уникальных в своем роде. Это интернешнл, это DAC, это эпицентр. Это, конечно же, саммит и Кубок России. Их нужно обязательно выиграть. Always forget. А, yeah, he's my manager. Yes, yes, я сейчас замочу. Кто переведет? Подбудали преимущество. На равных они слипят. А куда вы? Ой. О, это тип. Он так эти все, эти поехали уже. Купил. Что? Парни. В картинке, или ты картинки уже? Я уже все закрыл. Парни, игра скоро начнется, кто мне денег даст? Деньги? На что? Ты будешь покупать нам победу? Божественный вардинг от команды ВП, можем посмотреть, то есть они видят реально почти все. Они могут пейна драться, они уже в меньшинстве, у ВП слишком крутая позиционка, они постоянно выгоняют Энигму прочь. Virtus.pro защищались, нападая. Как бы это странно не звучало. Но это стиль Virtus.pro. Соло, статик, шторм по двоим, но Doom на Тинити не может ворваться, это все пошарально происходит команда ВП. Поэтому ребята живут, выходит Рамзес, пробивает очень быстро Дума, Doom здесь должен упасть, да, и стан от Кентавра. Падает Doom, падает также и Death Prophet Паша, что-то по Avalanche, Avalanche пошел, стан от Лишарака есть. Но Вар просто в Эрштах аккуратненько стоит с Блэком, расстреливает, убивает Найтхантера также. Может добить и Пейда, который с байбека пришел получать палку, врывается Паша, есть тосы. И статик, шторм, Адеха Слэм, какая же комбинация от Virtus.pro, двоих уже забрали, отправили в таверну, еще и... Vengeful Spirit остается Тимбер. Очень быстро уничтожает Энигму. Энигма без байбека. Погибает также Пак, ребят. Вы чего ж-то делаете? Браво, ВП. Ну, в своем стиле, что называется, на опыте они просто разваливают. Как же четко работает соло. Не может Энигма ворваться нормально. Невидимо и не ворвется. ГГ. Да, Black King. Давай, напоследок. Хотя бы в пустоту. Как же четко соло не давал даже блинк Энигме нажать. Просто Энигма не мог ворваться, у нее не было возможности. Просто никак. Ребят, кто смотрел сейчас эту игру и делал старт? А что, всегда два лузы наш? Да, всегда два лузы. То есть, если мы сейчас выиграем, мы с первого места 100%. 100%. Да, 100%. Осталось выиграть, ребят. Я не знаю, как будете это делать. Я тоже, кстати. Резолюшн пытается уйти. Эпицентр кастует Роджер. В это время Резолюшн погибает. Еще один подкоп. Это очередной тимвайп. Но как они это делают, объясните мне. За Фоксю также Пупея. Кастуется Эпицентр. Минус Эйс. Он тоже без байбека. Ну и вот это, наверное, уже финалочка. Ура! Мы смогли. Великая победа. Мы работали, 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 сейчас пришли к такому, что все отлажено до такой степени, что даже немножко страшно. Страшно, что это может прекратиться, и как, и почему это произойдет, не знаю. Но в данный момент, в данную форму, я не помню команду, которая бы так сильно выступала. Я на самом деле ожидал, что этот уровень дойдет к нам чуть быстрее, потому что я чувствовал силу, чувствовал уверенность в своих тиммейтах. Потом в одном уверенность пропала. Мы его быстренько заменили, уверенность вернулась. Было много проблем в свое время, то есть и конкретно с драфтами и так далее. Просто сейчас я сижу, просто напоминаю героев, грубо говоря. Я работаю напрямую со статистом и передаю уже все на Леше. Вот. Ну просто у нас сейчас настолько все отработано, что я как бы немножко чувствую себя вообще бесполезным, потому что действительно все работает как невероятная машина. То есть мы к этому пришли. Как будет дальше, посмотрим.
Что у нас проходит китайская? Смотри, что за банда. Компили ничего. One, two, three. Да дима. Что такое? Где они? Они не хотят играть с нами. Не то чтобы большие любители баскетбола, но так получилось, что в отеле есть площадка. Очень круто она сделана на 4-м этаже, между небоскребов. Почти каждый вечер собирались поиграть в баскет. Такой необычный опыт для дотеров. Я был таким саппортом, скажем, в команде, блочил вражеского келья, образно говоря, который пытался забить и отдавал голы другим. Я не особо умею играть в эту игру, я больше по теннису, по настольному. Good game. Okay. Здрасте. А я думал, Слава, наверное, вы про клуб в джейтинге. Ты видел видос на этом продукте? Товарищ. Комрад. А я вчера смотрел фильм «Перед сном смерть Сталина». Ты куда идешь? ЕГЭ. Ну. Опа, брат, на Airforce. Ребят, все идет своим чередом. То есть мы просто играем и ждем, пока. Ну вот, чтобы были какие-то потные игры, с которых мы прям вынесли такой урок, чтобы мы начали что-то менять. Но такого не происходит. У нас все очень хорошо. Сейчас я такой говорю, типа, о, будет тяжело. Мы справимся. Потом мы пойдем выиграем в ликвидов. А дальше, типа, я говорю, о, было легко. Нуана здесь пытается убить, но он ничего не может сделать в Silence, и расстреливают здесь Нуана, Нуан без бэка. Хотя оставлять с вардами, Нуан еле живой, аккуратнее надо быть, получает Вейл, есть шарды, отрезают его от отступления и добивают здесь Нуана, нет байбека, Рамзес приходится жевать БКБ, он начинает просто кайтить, выкидывают подальше, пока он в блэкинг баре, и начинают пушить трон. Good game, пишут Virtus Pro. Для нас минуты блинк появился, не знаю. Мы сразу убиваем героя. На тот момент, когда нам ломали сторону, нас меня не было, потому что я вообще не фармил. У нас Чена не было, потому что весь его энтворс курица. И у нас вы сдохли вдвоем. И все, они зашли, просто хату нам сломали. Ликвиды очень хорошо подготовились к ВП. Очень хорошо. Вот если против ВП играть не так, если против ВП играть в спокойную игру, типа давайте постоим на линии, мы там разберемся, то они раскладывают всех вот без шансов. Если Рамзес сейчас убьют, это скорее всего, как и Рамзес, ультимейт есть. Не попадет по нему ультимейт, Рамзес, нет, погибает. Все, 60 секунд без Ромы. Good ГГ, game. ВП, ликвиды в фантастически крутом стиле побеждает команду Virtus.pro. Чена появился Китаю. Они стоят втроем, пуля от криков. Там был вариант вместо Наги брать Пака, вот первый сразу же. И тогда Паша мог бы играть Паком, и Вова мог играть Паком. И тогда бы на последний пик добирали либо Пашу, либо Паша. Какая разница, ничего не изменилось. Просто вся концепция пика.
типа, с самого начала. Она не там. Ну, это из-за Чена происходит. Ну, да, я же... Ну, во-первых, мы не знали про Чена до конца. То есть, с первой игры это было ощущение, что все нормально. С первой игры у нас все было... Ну вот, я же говорю. То есть, ну, почему мне не верить в Чена во второй? На Тимбера столько спейса надо. На этих трех долларов. И еще и Лонгвейд там есть. Да, вообще не хватало времени. Ой, после не успел по всей карте двигаться. Раньше Чена, у Чена просто старт... Это было все. Сейчас Чен после хуя. Да не, я не вижу на самом деле большой проблемы в Виномансере. А с Веником они доигрывали в группе. Да вообще. Ну просто почему-то вот так вот он действует на нас. Потому что везде варды стоят. Ну Андроид, да. Веник, не знаю. Клик и там... Совершенно положительно, это люди, которые выиграли инт и не потеряли абсолютно никакой мотивации, продолжают играть на... в доту. Не знаю, смог бы я так же, как они. When you beat Ramses, you can win game. No, you can. Здесь подожду, он сюда спустится. I don't have Liu. Ramses. Я был бы nice draft. Getting carried by Solo. Пойдем внизу? For 2 years. Yeah. Thanks for my father, man. Everyone said that. Get this piece of shit without me, right? Yeah. А нам Роджер, наверное, даже так было. Да? You're nothing. I'm nothing without Solo. He's my son. Алексей, so Алексей. So cute. Роман Алексеевич дурак, ты забыл, когда зовут, что ли? Изи, Рамзес, здесь есть кулдаун от Гирокоптера, есть Магнитай сверху от Роджера, и сейчас будут погибать все игроки команды Вилджиниусес. Ничего не спасает команда Вилджиниусес. Минус 3 делают сейчас здесь Virtus Pro, забирают нас еще и Сумаила, минус 4, и, скорее всего, будет Team War. Загоняют ЕГЭ сейчас под фонтан. Ну и пишут ГГ. Отлично сыграно. Ну что ж, Virtus Pro оставляют надежду для всей СНГ. Я видел, как мог. Но этого не хватило, чтобы проиграть. Мы стараемся особо не... зацикливаться на важности происходящего матча, то есть будь то просто какая-то тренировочная игра или плей-офф мажора, там финал, полуфинал, что-то еще, если ты будешь сам себя накручивать и какое-то будет еще давление психологическое, то это явно будет не в плюс, поэтому мы научились как бы разряжать обстановку и легче относиться к тому, что происходит, то есть я считаю, что это вполне нормально, у нас хороший настрой перед игрой, шутки, ну, помогают. Помогите, с**ка из Китая! Бродмастер было бы очень неплохо убить, но Рамзес нажимает блокинг-бар и начинает паук грызть просто под райдер. Вичи Гейминг понимает, что эту игру уже приходится доигрывать. Шансов здесь уже нет. Падает трон. Там трон, две катапульты. Virtus Pro. Отлично. Отлично. Четко. Вопросы только к драфту. Паша дает стан, но нет, не видит он Армеля. И Армель сейчас делает резаманивает. Заманивает. А куда здесь? Статик, конечно, залетел. Ультимейт. Дум в Queen of Pain. Ну а будет ли помощь? Сол, конечно, подкопать. Пингер. Будет. Попал уже мертва. Тут все умрут. Они тут все умрут. Просто-напросто в размен. Надо убегать отсюда сейчас TNC. Каким-то чудом тут же прибегает Роджер. Да, это минус Маша, минус Куку. 3-1 размен. Луна нужно спасти каким-то образом. Луна разворачивается, чтобы подраться. Где же помощь? Самаш подкопал. Луна дерется на конце, но под домом. У Луны нет байбека. Самаша нет байбека. Дальше. Да, Тим смерть. Тим почти мертвый, но он уходит отсюда. Троих убили. Сейчас можно заканчивать эту игру. Где еще Роджер мог умереть в этой игре? Это человек, который за последний год играл в Империи, в Нави и в Virtus Pro. Только под фонтаном. Проблемы. Проблемы огромные у Рэйвена. Его сейчас убивают. Рэйвена убивает. Они это сделали. Когда Вова сказал, что их плейстайл смешной для нас, мы никого не хотели обидеть совершенно. Ничего там плохого не говорили, просто сказали, что ребята где-то неправильно, может, к нам подготовились, где-то не, что-то не так они, может, сделали. И все. То, что мы не отдавали им уважение через каждые два слова, это не значит, что мы их не уважаем. Как бы, там есть очень уважаемые игроки, и мы, ну, ко всем командам мы максимально уважительно относимся. Просто люди неправильно это поняли. Повезем еду. Малый, столовая в другой стране. Так что...
ребята два месяца находились непрерывно в разъездах, с турнира на турнир, не бывая там нигде дома, да, и очень чувствуется усталость. Мы все вроде привыкшие, вроде все нормально, там никто не умирает, но на спортивных результатах это действительно сказывается. И пошел, нажимают БКП, опять врыв, соло, соло, опять ничего не успевает сделать, тут же похоронили Роджера, но также два суппорта, умирают LGD, у них нет байбеков, пытаются вернуться в драку, должны съесть Airblade, да, съедают Airblade, но он оформляет трипл килл, и Underlord спасает своего Dragon Knight'а, нужно идти на Рошана. Virtus.pro включились во второй половине этой карты и не оставляют шансов, все, Китай полностью потерян, они не знают, что делать. Продолжается драка, но Мэйби уже написал ГГ и... Мне должен помочь, чтобы она телом не блочила, а потом она... А, она один раз, каждый раз телом. Мы идем до КВ-2, и они орут телом, все. Да, орут. На каждый смок орут. На наш? Да, на каждый наш смок орут. Предупредили, проверяй. Можем нажимать смок и разбегаться. Найс майк. Просто фармить по лесам. LGD идут в рошпит. Кто-нибудь, нужно что-то закинуть, как-то помочь забрать Рошана. Рошан падает, все, нужно бежать, бегите. Бегите, спасайтесь. Да, герокоптера поднимают, он опять успел выйти, но его заглимсовывают обратно. Минус Геру без байбека, все, это конечное. И Манки Кинг прячется в лесах, топорики забирают его, БКБ заканчивается. Нет, все-таки LGD. Если они заберут Омника, можно всегда с Стиль. А если заберут, мы играем с Омником. Почему? Ставится неплохой статик шторм, но все герои успели прожать БКБ, Чилиса также забирают, Рошан падает, и силы света забирают Рошана, но крадет Аегис, но он... Что забрал FY? FY ворвался в тимфайт и наверняка что-то успел украсть. Он забрал рефрешер и сыр, боже мой. Что творит этот парень? Кан. А тут Даркрифт. Куда? В топ? В рошпит? Что? В рошпите? Нашли, какая хроносфера, боже мой! Что они сделали? Катапульты мечты забирают Эрспирит, Эрспирит ничего не может сделать. Рамзес пока что нажимает метаморфозис, не жмет БКБ, но Лифайр скастован. И Сомнуса должны забирать, но Статик Шторм ставится. Сомнус жив, падает Бэйн, Бэйн выкупается, 3 на 5, остаются только 2 кора, шанс. Нужно использовать Сандер. Сандер, кекс, нет, Мэйби заберет Рамзеса. И остается один только Нунчик, который погибнет. Чилис божественен. Здесь, кажется, просто пойдет урон. Хотя все очень битые. Все очень битые. Грейвзы работают, воют, выбивают. Rocket это только Аегис. Слушай, и Чалиса должны убить. Чалис, если он умрет, то перестанет работать аура. Рамзес начнет очень много дэмэджа наносить. Врываются на Рамзеса здесь. Рамзес получает лайфдрейн от по Бугне. Сандер. Есть, но дизейблет очень сильно, и Рамзес умирает. Может выкупиться сейчас Террорблейд. Очередная хроносфера. Пошел рефлекшн, пошел Сандер. Ой, какой Сандер! Он но все-таки тронул. Он все-таки упал. Трон Virtus.pro упал. На третьей карте LGD выходят в финал против Минески. Следующий ваш бой. Выиграл игру. Да ну, мы так много ошибаемся все эти игры. Паша выиграл свою линию очень сильно. На самом деле. Да они его отожали, Это был один из самых крутых мобов в истории Доты. Феноменальная игра, просто шик. За Dark Reef, GGOP, LGD Gaming, Nice Game, Virtus.pro. Это довольно закономерный, ожидаемый результат. Мы уже два месяца практически не были дома. Турнир. Месяц почти в Китае, уже сходим с ума, и мета быстро меняется, и мы просто не успеваем, нам реально нужно отдохнуть и с новыми силами собраться на буткемп и по-новому посмотреть на игру. А как факт, третье место, мне кажется, это нормально, но то, как мы сыграли, меня немножко огорчило, да. Я, то есть, играл с Na'Vi, вот, долго ездили, примерно месяц вроде, или, может, даже больше.
потом приехал домой на пару дней, а потом на буткемп в Москву. То есть я уже месяца 4 или даже больше дома не был. Сейчас нам нужно главное отдохнуть, но отдохнуть так, что не забить на доту, а мы уже знаем, как это сделать, на доту забивать никто не собирается. Приедем, чуточку отдохнем и дальше пахать. Но пахать, так сказать, на релаксе, чтобы и не напряжно было, но и не сбиваться с темпа. Я думаю, у нас все получится, все будет хорошо.